Одинцовский родильный дом, отделение ультразвуковой диагностики. Супруги Закировы пришли на плановый осмотр. У Юлии 37-я неделя беременности. Мне понравилось. Видно было, как развивается плод. Это второе посещение, когда я нахожусь в роддоме. Обследовал пациентку Нарт Кунешко, новый заведующий родильного дома. Стаж его работы более 15 лет. Начинал свою профессиональную карьеру именно в Одинцовском роддоме. Потом был период работы в столице. В июне 2022-го вернулся, чтобы возглавить роддом. Мы запустили новый проект. Клинико-диагностическое отделение при роддоме открыли. Для чего она нужна? Мы с 30-й недели начали наблюдать всех беременных Одинцовского района. Все бесплатно по ОМС. Почти во всех медучреждениях округа уже начали свою работу кабинеты врачей-акушеров-гинекологов. Изменения коснутся и самого роддома. В отделении появятся новые экспертные аппараты для ультразвуковой диагностики, которые позволят проводить более точные обследования. Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».